Здравствуйте, меня зовут Габибулаева Надия. Я живу и работаю в деревне Ботвинево. Вот уже 15 лет, как моя трудовая деятельность связана с культурой. Я работаю заведующей Ботвиневским сельским клубом. Несмотря на то, что население у нас в деревне небольшое, но жизнь не проходит весело и ярко. В данное время мы готовимся отпраздновать и поздравить всех вам с их праздником. А также поздравления буду принимать и я от своих дочерей, от Эсмиры и Самиры. В преддверии этого прекрасного праздника хочу пожелать всем матерям здоровья, чтобы глаза их искрились от счастья, а слезы были только от радости.